Село Николоберезовка – одно из самых старых поселений. История села уходит своими корнями в вторую половину XVI и начало XVII веков. История села насчитывает около 500 лет. Освоение Прикамья восходит ко времени завоевания Иваном Грозным Казанского ханства. Как только Прикамье оказалось под единой властью русского государства, прекратились военные действия, сюда хлынул поток русских крестьян. Во второй половине XVII века обстановка края становится напряженной. Одно за другим вспыхивает восстание башкир. Была сожжена церковь Березовки, коснулась села и восстание Емельяна Пугачева в 1773-74 годах. На рубеже 19-20 столетий село вновь переживает эпоху рассвета. Из рядовой деревни она превращается в крупный торгово-промышленный центр. Причиной рассвета послужило выгодное расположение Николы Березовки как удобной пристани на Каме. Николоберезовка в начале 20 века – это крупное торговое село. Торговлю хлебом вело местное купечество. Село стало своеобразной хлебной столицей чуть ли не всего Левобережного Прикамья. Село считалось купеческим. Купцы имели сушилки, мельницы, большие добротные амбары для хранения зерна, кулеткацкие заведения. Гордостью села Николоберезовки, ее символом, ее красотой был, есть и будет Свято-Никольский храм, который долгое время назывался храмом Живоначальной Троицы с пределами Николая Чудотворца и Великомученицы Екатерины. Существующий теперь в селе Николоберезовка храм, по преданию, четвертый со времени основания села. Первые два посадских типа были построены еще в XVI веке Строгановыми. О втором храме не сохранилось никаких сведений. Третий храм был устроен во имя Живоначальной Троицы с пределами во имя святого Николая. На том месте, где был престол в пределе храма, устроен был чугунный памятник, на котором была надпись, гласящая о том, что на сём месте явилась находящаяся в Березовском храме чудотворная икона святителя Николая. Все предыдущие церкви были деревянные, поэтому и сгорели в смутные времена, но икону всякий раз спасали. Узнав о том, что в селе хранится чудотворная икона, дважды в 1910 и 1914 годах, совершая паломничество по святым местам, село посещало великое княгиня Елизавета Федоровна. В память о пребывании великой княгини в селе Николоберезовка построена часовня Елизаветины кладбищ. 8 ноября 2003 года в Николоберезовке состоялось освящение часовни. Николоберезовка вместе со всей страной пережила все исторические бури 20 века, февральскую и октябрьскую революцию, гражданскую войну, эпоху воинствующего атеизма и многое другое. В связи с половодьем от былого величия села пристани сохранились лишь несколько полуразрушенных купеческих домов. В таком же состоянии оказался Свято-Никольский храм. В начале 30-х годов он был варварски разрушен. Чудотворные иконы исчезли в неизвестность. Лишь в 1995 году в нем вновь появились прихожане. Началось возрождение этого уникального архитектурного сооружения. Через нашу жизнь история движется в будущее. Мы – настоящие этой истории.